Здравствуйте, я Бала Виктория, и это «Поучительные сказки. Ветер и солнце». Однажды ветер и солнце затеяли спор, кто из них сильнее. Спорили, и наконец решили проверить свои силы. На путешественнике, который тогда ехал по большой дороге на своей лошади, ветер сказал: «Смотри, как я ловко сейчас с него сброшу плащ». Только сказал и сразу вдохнул воздуха поглубже и начал дуть, что были мочи. Да чем больше он старался, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Рассердился северный ветер, облил путешественника снегом и дождем. Тот ворчал на погоду и все крепче и крепче закутывался. Сдался ветер. Солнце, увидев то, что противник сдается, обрадовалось, выглянуло из облаков и сразу же обогрело землю и с ней путешественника. Обрадовался, ободрился путешественник, снял плащ и сложил его, положив на седло, и ехал дальше. Говорит солнце ветру: «Видишь ли, лаской и добром можно делать больше, чем гневом и злом». Ребята, как вы думаете, солнце или ветер оказались сильнее по-настоящему? А почему же вы так думаете? Ребята, как вы думаете, почему человек считает природу живой? Отгадайте-ка загадку. Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит. Что это? А давайте вы нарисуете рисунки к этой сказке и пришлете их нам. Мы ждем ваши рисунки. Ну а это были поучительные сказки. Всем пока!